Это вы говорили с моим мужем о его благонадежности? И рекомендовал снять с него подозрения. Подозрения? Какие? Он был коммунистом, когда учился в Оксфорде. Недавнее повышение в министерстве открыло ему доступ к секретной информации. Тут же кто-то настрочил анонимку, пришлось проверять. Я выполнял свой долг. Перед кем, мистер Добс? Есть правила. Правила. Звучит как правило игры. Это не игра, миссис Феннон. Нет. Для вас люди — это не больше, чем пешки. Вы просчитываете ходы. Пишете их имена на листах бумаги и раскладываете по папкам. Иногда у пешек есть жены и дети, есть прошлое. И обычно самые простые человеческие мотивы легко объясняют события из досье и мнимые прегрешения. Когда это так, мне вас жаль. Когда это так, мне самому себя жаль. Тогда возвращайтесь на Уайтхолл искать новых шпионов на шахматной доске. Их нет среди обычных людей. Вы сбросили бомбу, но не желаете видеть кровь и слышать стоны.